Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы с вами будем разбирать партнерскую программку EPN, партнерская программа, с которой я работаю. То есть давно обещал вам снять это видео, сейчас появилось время. И сейчас давайте мы ее разберем полностью по шагам. Итак, сейчас вы видите главную страницу данной партнерской программы. Она может быть выглядеть чуть-чуть другой. Значит, здесь мы можем прочитать сразу условия, зарабатывать с ней просто. То есть шаг первый, регистрируйтесь в партнерской программе. Зарегистрироваться вы сможете по ссылке, которая будет в описании под этим видео. То есть вы без проблем сможете зарегистрироваться. Особое внимание этому я уделять не буду, так как думаю, что здесь ничего сложного абсолютно нет. Шаг второй, получаем партнерскую ссылку. То есть с помощью данной партнерской ссылки на какой-либо товар на Алиэкспресс мы будем зарабатывать деньги. Как это будем делать, расскажу чуть позже. Шаг третий, направляем на нее трафик. И четвертое, зарабатываем. Ну, собственно говоря, получаем доход. Как вы знаете, Алиэкспресс это крупнейший интернет-магазин в мире. То есть это бесспорно, очень большие объемы продаж на нем проходят. И работать, в том числе по партнерской программе этого магазина, очень перспективно в будущем. И уже сейчас можно очень хорошие деньги с нее вытягивать. Ну, давайте сейчас поговорим о преимуществах данной партнерской программы. Значит, в данной партнерской программе ускоренные выплаты. Есть возможность создания своего сайта, то есть у них своя КМС для быстрой развертки сайта. И собственный сокращатель ссылок для соцсетей. То есть ссылка ваша не будет длинной, она будет коротенькая, аккуратная. То есть вы ее сможете вставить куда угодно и отправить там друзьям, знакомым, неважно. Значит, партнерская программа дает вам ставку 8,5% от суммы заказа на Алиэкспресс. Давайте рассмотрим на примере, как все это будет выглядеть. К примеру, и здесь наушники стоят $1.60. То есть $1.60 мы умножаем на 0,085. То есть это 8,5% от этой суммы. То есть если кто-то купит по вашей ссылке вот эти наушники, то вы получаете 0,136. То есть, если брать нынешний курс рубля, сколько он там, 65, да, вроде бы, то получается 8 рублей вы получаете. Да, мало, но, конечно, это наушники стоят $1.60. Есть товары и подороже. Соответственно, с дорогих товаров вы получаете 8,5%, и там уже будет больше сумма. То есть, это нужно понимать. Еще хотелось бы ответить по этой партнерской программе, что здесь не обманывают. Я сколько работал, сколько заказываю сам. То есть, да, я сам могу заказывать по данной партнерской программе и получать 8,5% себе возврат. То есть, я экономлю еще на покупках на Алиэкспрессе за счет того, что там и так дешевые товары. Еще и 8,5% мне возвращается. То есть, здесь очень много инструментов для работы, как видите. То есть, ну, сейчас мы их разберем. И что самое главное, минимальная сумма для вывода $10. Также, если вы будете хорошим партнером и будете стремиться к развитию, и будете, ну, только наращивать темпы, вы можете получить карточку банковскую бесплатно. Откуда вы будете снимать и выводить деньги, то есть, ну, вообще без процентов. То есть, в этом тоже очень большой плюс. Итак, ребят, переходим непосредственно в кабинет партнера в партнерской программе EPN. Вот так вот он выглядит. То есть, здесь у нас первая это вкладка «Статистика». Нажимаем «Общее» и видим, сколько у нас здесь получается за последние 2 недели отображение идет, сколько мы заработали. То есть здесь у нас отображается дата, показы вашего объявления, если вы используете баннеры и так далее. Я их не использую, я использую только ссылки. Значит, также у нас идет здесь статистика кликов по ссылке, хостов, то есть это количество переходов уникальных, то есть это нет совпадений по IP. Например, один человек... Вот 201 клик, а 132 хоста. То есть получается, ну, возможно, кто-то нажал несколько раз на ссылку и перешел. Засчитываются только уникальные посетители. Значит, лиды в обработке. То есть что это такое? Это 9 человек, которые что-либо купили. Из 132 человек купили 9. Получается, на $4.38 они купили. То есть они купили на какую-либо сумму, ну... А 8,5% от этого это 4,38. То есть вот они, эти 9 покупок. То есть здесь вот кто-то, видно, купил микрофон, возможно. Здесь кто-то купил смарт-часы за $19. И я получил $1.61. То есть вот таким образом происходит обработка статистики. Ну и, соответственно, вы здесь можете выбрать период любой, посмотреть, сколько вы зарабатываете. То есть вот за последние 2 недели я заработал $106. Значит, давайте идем дальше. Следующая вкладка. Следующая вкладка, я думаю, что самая важная, потому что
ну как сказать, здесь вы уже будете работать непосредственно с партнерскими ссылками. Здесь вы можете сделать партнерскую ссылку, можете сделать деплинк. Получается, давайте начнем с партнерской ссылки и далее по всем инструментам пройдем. Значит, как делать партнерскую ссылку? Вы переходите на сайт AliExpress. К примеру, вы хотите рекламировать вот эти вот наушники. Эти наушники здесь стоят от $60, ну это где-то, по-моему, чуть больше 100 рублей. Их можно даже закупить и продавать у нас через Авито, либо друзьям. Ну, соответственно, накручивать там где-то в 3 раза больше, 300 рублей, 400 и продавать, и нормально будут идти, проверено, если хотите этим заниматься. Ну, для того, чтобы их купить, вернее, для того, чтобы сделать партнерскую ссылку, вам необходимо скопировать вот эту вот ссылочку, которая у нас находится вверху. То есть это ссылка на сами эти наушники на Алиэкспрессе. Мы копируем эту ссылку, переходим в личный кабинет партнерки, нажимаем на инструмент «Партнерская ссылка». У нас открывается вот такое окно. То есть здесь мы вставляем ссылку на любую страницу на Алиэкспресс, то есть на страницу с товаром. Офер у нас Алиэкспресс, и пишем название. Наушники «Молния», например. Нажимаем «Создать партнерскую ссылку». Как видите, у нас создается партнерская ссылка. Вот у нее номер есть. Это, ну, номер в системе. То есть, вот целевая страница. Кликов у нас 0. К примеру, например, вот адаптер для сим-карт я рекламировал. Да, кликов 35 по нему. То есть, ну, кто-то там из 35 человек, возможно, что-то купил, и я уже получил процент. Значит, чтобы получить уже партнерскую ссылку, то есть вот это у нас целевая страница товара. Чтобы получить партнерскую ссылку, я нажимаю на кнопочку «Получить партнерскую ссылку», соответственно. И у нас выходит вот такая вот длинная партнерская ссылка. Естественно, с такой ссылкой неудобно вообще обращаться. И для того, чтобы ее сократить, нажимаем кнопочку, соответственно, «Сократить». Получаем в итоге вот такую маленькую ссылочку. То есть вот эту ссылку вы уже можете рекламировать, где вам только вздумается. Соответственно, таким же образом вы можете сделать деплинк. Но деплинк — это уже получается ссылка на какой-то раздел. То есть не на один конкретный товар, а на раздел. То есть, например, мы открыли телефоны и коммуникации раздел. Вот ссылка на этот раздел. Мы переходим опять же в партнерскую программу, в личный кабинет, нажимаем деплинк. Вставляем эту ссылку, то есть это на раздел полностью, на раздел телефоны, и пишем телефоны. К примеру, вы можете на каком-либо форуме написать, что на Алиэкспресс можно купить там такие-то, такие-то телефоны по таким-то ценам, и оставить ссылку, соответственно, на полностью на раздел телефона. Человек уже приходит, выбирает телефон, и если он покупает, вам идет от стоимости 8,5%. Нажимаем создать деплинк, и, соответственно, точно таким же образом у нас создается деплинк. То есть, ну, здесь уже будет точно так же получить партнерскую ссылку, значит, скопировать, либо сократить. Опять же, получаем сокращенную ссылочку. Если нужно, вставляем ссылку на товар на отдельный и так далее. Ну, в общем, здесь ничего сложного, точно так же. Соответственно, есть такие инструменты, как баннеры. Я думаю, все из вас знают, что такое баннеры. То есть здесь, опять же, пишем название креатива, выбираем нужный формат и так далее. Значит, следующий инструмент у нас получается, ну, здесь можно приобрести купоны, вернее, не приобрести, а сделать купоны. То есть можно взять и сделать вот такие купоны на различные товары, например, домашние мелочи, товары для автомобиля и так далее. Так, идем дальше. Значит, следующий инструмент у нас — промо-лендинги, то есть это уже вы можете сделать рекламные страницы отдельные полностью. Ну, здесь уже нужно вам, получается, думать, как сделать его, потому что здесь уже нужны навыки по программированию и по созданию, собственно говоря, сайта. Может, по программированию не особо, но сайт по-любому вы уже должны как создавать. Есть здесь у нас конструктор лендингов, товары, привлечение рефералов, то есть здесь вы можете получить реферальную ссылку. То есть, как видите, здесь вы можете привлекать в кэшбэк, в саму эту партнерскую программу, то есть, ну, уже раздавать людям ссылки. Если люди по ним будут регистрироваться, соответственно, вы будете также получать доход. Значит, смотрим дальше. У нас есть здесь плагин. Плагин — это очень интересная вещь. Вот он у меня установлен. То есть через него вы можете покупать непосредственно с Алиэкспресса. Например, вы переходите на страницу какого-либо товара, и здесь вам плагин сразу выдает, что вы можете вернуть 8,5% от суммы данного товара. То есть нажимаете на плагин. Плагин обрабатывает, то есть он сейчас сделает так, чтобы покупка, если вы сейчас купите, засчиталась именно за вами.
То есть вот он нам пишет, что возможность кэшбэка, да, примерный процент возврата 8,5. Нажимаете продолжить, перейти к покупке, открывается та же самая страница, но только теперь вы уже, если нажмете купить сейчас, либо добавить в корзину и оплатите, вам сразу же засчитается сумма покупки, то есть ну, ваш процент засчитается. Так, это что касается плагина. Значит, здесь вы можете, естественно, проверить ссылки. Ну, здесь уже разработчикам это уже такой серьезный раздел, где вам нужно знать очень много. То есть здесь уже для создания своих сайтов, плагинов и так далее. Ну, здесь вот эти 4 раздела то же самое. Здесь уже управление через API, доменами управления, EPNKMS. То есть здесь уже требуется знание в программировании, создании сайтов и продающих страниц. Ну, в принципе, все, друзья. Я вам рассказал, как создавать партнерские ссылки. Давайте посмотрим вкладку «Мои площадки». То есть, ну, здесь я закрою, через какие площадки я размещаю свои ссылки и зарабатываю. Соответственно, вы сюда добавляете свой сайт, свой блог, свой канал на YouTube, свою группу ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. Получаете статус «Разрешено». То есть, естественно, перед этим вам необходимо ознакомиться с правилами работы в данной партнерке, чтобы их не нарушать, чтобы вас не заблокировали. И, соответственно, когда у вас здесь статус разрешено, вы уже можете размещать ссылки на данную площадку. Либо уже оговаривать с техподдержкой, где вы будете размещать и каким образом. Так, значит, на вкладке новости, соответственно, у нас новости. Ну и на вкладке техподдержка, соответственно, уже у вас будут ну, связь с техподдержкой. Вы сможете написать, задать какие-либо вопросы, если у вас там что-то непонятно, либо не получается. Ну и давайте перейдем непосредственно в профиль. Значит, как видите, здесь будет ваше имя, фамилия, логин, пароль и так далее. Ссылки реферальные. Ну и здесь будут данные для вывода денег. Есть вывод на Kiwi, на WebMoney, ePayments и Яндекс.Деньги. То есть здесь вы можете запросить выплату. Выплату можно запрашивать, получается, 2 раза в месяц. Давайте нажмем. Здесь вот нам такое сообщение высвечивается, что заказать выплату можно с 1 по 15. И если вы в эти даты будете заказывать, выплаты придут вам с 16 по 18. И с 16 по последнее число месяца выплата будет с 1 по 3. То есть 2 раза в месяц вы можете заказывать выплату. Ну, я заказываю раз в месяц, в конце месяца, в последняя дата месяца, и, соответственно, с 1 по 3 приходит мне выплата. Так, нажимаем закрыть. Ну и, соответственно, здесь такая система начислений, что все товары, ну, все отчисления, которые вы получаете, они идут в обработке. И когда человек получает товар, он подтверждает, что он получил, все его устроило, вам идет ну, доход уже тот, который вы можете вывести. То есть вот он, баланс, как видите. То есть каждый день здесь кто-то получил товар, вы вот как сегодня у меня, да, кто-то получил товар, подтвердил его, я получил 55 центов. И точно так же кто-то сегодня по моим ссылкам купил, я заработал $4.38. Соответственно, эта сумма растет и в конце месяца набирается, вы можете выводить. Либо выводить 2 раза в месяц, все уже зависит от вас. То есть, в принципе, всю работу я вам рассказал, как все это работает, как выводить деньги, как делать ссылки. Сейчас давайте поговорим о том, как их распространять. Значит, здесь я в Paint вот набросал вообще, как происходит данный процесс. То есть, первое, вы берете ссылку с Алиэкспресса. Второе, переходите в партнерскую программу EPN, создаете партнерскую ссылку, как я вам показал, через инструмент партнерское, создание партнерской ссылки. Далее идете реклама партнерской ссылки, ее распространение, то есть вы ее рекламируете. То есть что значит рекламировать и распространять? Я здесь подразумеваю, что вы будете лить трафик на эту ссылку, то есть вы каким-то образом будете ее показывать людям, и если люди будут заинтересованы, они будут переходить и покупать. То есть, соответственно, после этого, если люди будут покупать, вы получаете партнерское вознаграждение, то есть это уже получается ваша прибыль. Соответственно, чтобы работала вот эта система, вам нужен источник трафика. Источники трафика могут быть платные, либо бесплатные. Бесплатные источники трафика – это те источники трафика, которые есть у вас. К примеру, у меня канал на YouTube и социальная сеть. То есть у меня в социальной сети есть сообщество и канал на YouTube. Там я рекламирую эти ссылки, люди переходят и покупают. Соответственно, есть еще другие варианты. Естественно, соцсети. То есть это может быть
получается, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, то есть везде, где можете засунуть ссылку, вы можете ее распространять. То есть группы какие-либо, ваша страница, если у вас очень много друзей, то есть которые могут перейти и купить. То есть, ну, все, что касается социальных сетей. Либо вы в социальной сети, например, через ВКонтакте, через таргетированную рекламу, можете ее рекламировать, данную ссылку. Ну, соответственно, там вы уже должны потратить деньги. Естественно, канал на Ютубе. Ну, здесь, я думаю, все понятно, что нужно видео про этот товар снять и каким-то образом предложить человеку перейти по вашей ссылке. Третий вид рекламы тоже он платный, это контекстная реклама. То есть здесь вы создаете уже рекламное объявление и за деньги его крутите. Соответственно, потратили там 1000 рублей и столько-то человек просмотрело, столько-то купило товар, соответственно, вы заработали там 3-4 тысячи рублей, то есть чистыми у вас выходит где-то 3. Ну, это в идеале, конечно, это нужно уметь делать, если не умеете, лучше не лезть. Тизерная реклама то же самое, то есть вы платите деньги. Ну, соответственно, здесь вот пункт 3-4, вы покупаете трафик и потом льете его на эту ссылку. Пятое, форумы — это бесплатный, в принципе, метод. Ну, естественно, нужно выбирать форумы, на котором вы сможете размещать ссылки, чтобы вас не заблокировали. Шестое — это доски объявлений разные. Седьмое — это свой сайт, либо блог. Ну, то есть, это, опять же, свой источник трафика. То есть, если у вас есть раскрученный сайт, либо блог, вы сможете размещать и свободно зарабатывать. Ну, и восьмое — это такой способ, который я не рекомендую вам использовать. Вообще, в VPN запрещено пользоваться спамом. Но некоторые не брезгуют, и в том числе и в YouTube спамят, и по имейлам спамят, то есть на почту электронную. Ну, рано или поздно блокируют, ну, люди успевают что-то заработать, и как бы некоторые на этом зарабатывают, умудряются зарабатывать, причем нормально. Поэтому, как вариант, этот способ имеет право место быть. Ну вот, в принципе, все, ребят. Я думаю, что схему работы я вам объяснил, как создавать партнерские ссылки, я вам объяснил, где брать трафик. Приблизительно вот 8 пунктов, эти источники, так скажем. Естественно, их много, ну, ищите свои, если захотите. Я вам основные вот предоставил. То есть, надеюсь, что вам видео было это полезно, интересно. Если это так, естественно, ставим лайк. Если вам не понравилось и вы считаете, что что-то здесь не так, поставьте дизлайк. То есть, не оставайтесь безучастными, проявляйте активность. Ну и, соответственно, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока и удачи во всем.